Вот, друзья, какая красота у нас получилась. Крылья, как в KFC, даже лучше, чем в KFC, с замечательным соусом. Вот такая вот красота. Нежная, сочная мяско. Смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. Кляр. Панировочка это. Друзья мои, я вас приветствую на нашем канале. Супер, что заглянули, потому что у нас сегодня потрясающий рецепт куриных крыльев. Простой и очень-очень вкусный. Погнали! Куриные крылья, друзья, я уже разделил на две части. Промыл и просушил полотенцем. И теперь, друзья, нам нужно сделать панировку и кляр. Начинаем с кляра. Значит, здесь у нас мука. В муку добавляем сухой чеснок, паприка и черный перец. Все точные разгромовочки, как всегда, рецепт в описании под видео. Размешиваем. Добавляем одно яйцо. Размешиваем яйцо и потихоньку добавляем воды. Замешиваем такой кляр. Ну, сейчас вы увидите, какая густота будет. Да, и посолить, конечно же, не забываем. Ну, вот такая вот, друзья, примерно густота должна быть. У меня ушло 200 миллилитров воды на 200 грамм муки. Но там, смотрите, потому что мука, она вся разная. Смотрите, чтобы вот такой вот был кляр. Может, у вас меньше воды будет, может быть, больше. Кляр, друзья, мы сделали, теперь делаем еще панировочную муку. Почти такая же она по составу, только в ней нет чеснока и перца, но вместо перца в нем пойдет красный чили, чтобы были такие остренькие крылышки. Значит, в муку добавляем чили и сладкую паприку, соли и все перемешиваем. Друзья, теперь нужно приготовить масло для фритюра. Берем какую-нибудь кастрюльку или сотейник, наливаем в нее масло. Масло нужно так, чтобы крылья там могли плавать. Температура масла, друзья, должна быть для фритюра, для такого, примерно 160 градусов. Я всегда вот советовал вам, купите какой-нибудь 3-копеечный термометр и можно мерить. Но если нет, тогда берем просто шпажку деревянную, опускаем ее в масло. Если пузырьки пошли, масло нагрелось. Потом ставим на средний огонь, и оно будет примерно так держаться. Если масло будет слишком холодное, оно сразу впитается в кляр. Если слишком горячее, то будет гореть, а внутри мясо останется сырое. Поэтому важно соблюсти вот этот температурный режим. Ну все, друзья, вот пузырьки пошли от палочки. Значит, масло набрало температуру. Теперь берем крылышко. Вот так вот его в кляр. Немножко убрали лишний. И в муку. Вот так вот. Вот такая вот классная панировочка будет. И аккуратненько отправляем их в масло. Сразу много не закидываем. 4-5 штучек, чтобы масло не остыло. Мы выпекаем теперь 5-7 минут до золотистой корочки. Вот такие вот, друзья, красавцы. Получается, 5 минуток уже прошло. Еще буквально минутку подрумянится. Будем доставать. Достаем на салфеточку. KFC нервно курит в сторонке.
и пошла следующая партия. Но это еще не все. Сейчас к этим замечательным крыльям мы сделаем очень классный вкусный соус, который делается очень просто из простых продуктов. Значит, все в равных частях. Берем кетчуп. Майонезик. Сладкий чили соус для курицы. И острый чили соус шрирача. Открыть надо сперва. Вот так лучше. Ну тут по вкусу, смотрите. Все размешали. И очень вкусный соус к этой курице. Просто бомбический. Вот, друзья, какая красота у нас получилась. Крылья, как в KFC, даже лучше, чем в KFC. Замечательным соусом. Вот такая вот красота. Нежное, сочное мяско. Смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. Кляр. Панировочка это. Это же сказка. Так вот берешь соус. И кайфуешь. Как это круто. Очень классно. Пропеклись крылышки. Они пересушились. Вкусные, сочные. Панировка. Нежирная. Просто класс. Потрясающие крылья. Думаю, на детский день рождения, на вечеринку фильм посмотреть. Такое блюдо зайдет просто на ура, ребятки. Вау. Недорого, быстро и очень вкусно. Готовьте обязательно. Круто. Спасибо вам, мои дорогие, за внимание. Обязательно готовьте это блюдо. Блюдо просто бомбическое. Немножко, может, калорийное, но иногда можно себя побаловать. Смотрите наши другие видео. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. С вами Вашишкин. Крылья просто улетные. А соус к ним подходит бомбезно.